История или песня? Сережа впервые рассказывает, обычно я. Крайне трагично. Я сидел себе дома, собирался ужинать и ложиться спать. Было 10 часов вечера. И тут мне звонит Крис. Крис, Сережа! Давай писать музыку! Ну, конечно! Я только этим и занимаюсь! Давай! Ты говоришь, жуя! Приезжай! И она приезжает, и мы пьем это пиво, пишем музыку. Замечательно. Нету. Я очень испугалась. Мало того, на самом деле, что самое смешное, я же не просто так позвонила этому человеку. В общем, что такое? Вот, что такое? Я посмотрю. Вот, хорошо, я на тебя посмотрю. Вот, эта песня мне совершенно странным образом приснилась. Я всегда рассказываю эту историю. Эту песню играл Сережа. И дело происходило в моем сне, и я вообще не поняла, как так может быть. Я запомнила только мелодию и припев. Вот. И этот человек сейчас с ложной скромностью говорит, что мы ее написали. Ничего подобного. Он вспомнил ту песню, которую играл у меня во сне. Так мало кто может. Вот. И мы редко ее играем, что зря. На самом деле, надо играть ее чаще. Сейчас мы попробуем вспомнить то, что вспомнил он.